Более 20 тысяч жителей микрорайона пригород Лесной и близлежащих деревень теперь могут получать почтовые услуги прямо рядом с домом. 23 сентября в жилом комплексе открылось новое почтовое отделение. Они были разбиты по территориям других доставочных участков, других отделений связи. 700-е, 702-е. Соответственно, мы оттуда забрали уже доставочные участки и поделили их территориально. При укрупнении застройки мы будем добавлять доставочные участки, так как это отделение позволяет обслуживать до 60 тысяч населения. Это 41-е по счету отделение Домодедовского почтамта. Ремонт выполнен застройщиком по принтбуку Почты России. Современная мебель, светлые просторные помещения – все для удобства граждан, в том числе маломобильных. 2 года ждали. Очень удобно. Я подъехала и зашла. Народу нету никого. Мне все устраивает. Современная почта – это многофункциональная служба, с помощью которой можно не только отправить и получить корреспонденцию, посылки и бандероли, оформить подписку на периодику, но и оплатить налоги, штрафы, коммуналку и квитанции за детский сад, кружки и секции. Социальные выплаты, пенсии можем также выручать и доставлять, если, допустим, маломобильные или ограниченные какие-то передвижения. Люди можем прямо оформить доставку на дом. В отделении трудятся 3 оператора. Среди них Оксана Кибашева. На Почте России она работает уже 9 лет. Я люблю работать с клиентами в сфере обслуживания, помогать людям отправлять, вручать посылки. Сейчас в отделении работает всего 1 почтальон, но совсем скоро ситуация изменится. Будет 4 доставочных участка, которые будут разбиты на сектора по улицам и по домам и так далее. На оформлении еще 1 почтальон и 2 вообще у нас вакантные должности. Так что если вы ищете интересную работу рядом с домом, загляните в почтовое отделение. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.